Вы смотрите новости. Котлеты, стейк, колбаса и еще ряд полуфабрикатов мясных изделий и консервированной продукции в ассортименте нового цеха. Проект реализован при поддержке СПК «Байконур». Вся продукция реализуется под брендом «Веранда Стрит». Василий Агай – повар с 15-летним стажем. Совладелец одного из известных мясных ресторанов города решил наладить производство собственной продукции. Его мини-цехи на сегодня выпускают свыше 72 наименований мясных изделий, колбас с сертификатом халал, полуфабрикатов, салатов, консервированной продукции. На данный момент мы выпускаем около 500 порций салатов ежедневно, продаем в регионах Чимкентской области. Сырье используем в основном местное. Мраморная говядина и так далее. Нам работаем с компанией «Димитр». Вся наша продукция халяльная. Предприниматель вложил в реализацию проекта 75% средств, остальные 25% СПК «Байконур». С открытием мини-производства постоянную работу обрели 30 человек. С ростом спроса на продукцию планируется расширение цеха и увеличение количества работников в 3 раза. Потенциал для этого имеется. Наши сотрудники прошли обучение в Санкт-Петербурге. На данный момент совместно с СПК мы закупили новое оборудование, которое позволит увеличить продукцию в районе 10 раз. СПК «Байконур» с прошлого года профинансировал 13 проектов. 6 новых производств уже начали выпуск продукции, 7 на стадии реализации. Преимущественно открывается производство по продуктам питания. Это мясные продукты, это переработка полуфабрикатов. Планируется также открытие нескольких больших заводов по переработке фруктов, овощей. А кроме продовольственных товаров, также планируется производство проектов вокруг стекольного завода. В корпорации отмечают наметившуюся в бизнес-сообществе тенденцию перехода от купли-продажи к производству собственной продукции. Аслан Сагындык, Талгат Альменов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.